В прошлом выпуске мы нашли водонапорную башню, и сегодня мы отправимся к ней. Погнали! Итак, друзья, вы только что видели, что у нас случилось. Всех сегодня приветствую, и поэтому едем до водокачки. Немножечко мы подкипаем, но ничего страшного, доехать нам хватит. А там по-любому должна быть водичка, может и не быть, без понятия, друзья. Поэтому я надеюсь, что мы заправим наш радиаторчик водичкой и кипеть больше не будем. Давайте, погнали, сейчас вальнем боком. Давайте. Гирик тут приехал за добычей. Обязательно нам нужно что-то нарыть, потому что посмотрите, как ужасно она у нас кипит. Глушим. Давайте сразу посмотрим, что у нас вообще здесь залито. Я уже и забыл. Ну а, вообще 0,5 литра. И с маслом еще. В общем, не очень. Сразу вытарабаним, наверное, половину. Давайте открутим крышку. Потому что, во-первых, масло дает много дыма. А во-вторых, 0,5 литра это ни о чем. Это просто ни о чем. Поэтому давайте за добычей. Так, значит, что там наверх, да? Давайте попробуем. Так, а где... О, ребята, еще... О, джекпот, джекпот. Ребят, только где лестница? А лестницы нет. Подождите, а внутри... Да тоже нет. Что это? О, кстати, 100 литров, друзья, вот это да, вот это подфартило, 100 литров, конечно, там было 1000, но у нас даже на 100 литров нет емкости, нам главное наполнить радиатор. Что у нас вообще по канистрочкам, давайте посмотрим, вот что в этой канистре. Дизель, но нам по факту дизель не нужен, я думаю, что будет более правильно, а нет, пить нам не надо, более правильно налить сюда водичечки. Попить, смотрите, у нас мало, у нас жаждочка. Давайте, открывайся. Зачем я вообще дизель брал? Видите, хотя бы пригодилось. Давайте сейчас выльем. Но у меня душу греет, друзья, что там еще какое-то здание, причем я такого еще не видел. Вот это я джекпот словил. Давай, давай, выливайся скорее. А, кстати, а мы брали... А, нет, это мы на стриме брали эту... вот этот вот шланг для переливания. А здесь как залить? Здесь как залить? Давайте, хорошо, давайте вот поставим на пол. Как открутим, получается. И что, нужно, чтобы оно лилось туда? Во-во, Гирик тут кулибин немножко. Так, куда нам еще в радиатор? А давайте в радиатор вот с этой нальем, чтобы не носить, потому что радиатор явно... Ощущение, что проливается мимо, да? Как, ну-ка, литраж уходит, 90... А нет, в принципе, он тоже медленно. Нет, все нормально, льется куда надо. Поэтому радиатор мы так не поставим, друзья. Напишите, как лучше вот с этого штуки набирать, если нету, естественно, шланга. И... Оу, куда? Не-не-не, закрывайся. Ой-ой, еще повылил. В общем, да, Гирик тут... А чего ты, ничего себе. Так, все, сколько у нас здесь литров? Да ё-моё, 1,1. Ладно, хотя бы давайте вот это линём сейчас. Где? Короче, пока я донесу, видимо, очень печально все. Давайте-ка мы лучше его установим. Мы оттуда слили, что не надо. Так, берем. Потом вот так вот, я помню, подносим. Вверх поднимаем. О, сюда попроще. Оно льется. 0,9. Ну да, вообще, кстати, ребят, не огонь. А давайте попробуем взять и вот так вот прямо ее и наполнить, чтобы она не падала, не проливалась. Короче, сейчас пол выпуска Гирик тут будет наливать бадью, друзья. Так, где у нас? Давай, открывай-ка. А, нет, надо открыть сначала. Ну ладно. В принципе, 100 литров сильно мы не потеряем. И вот как узнать мне, что она наливается? О, смотрите, быстро набрали. Все, супер, я понял, как это делать. А, видимо, надо было быстрее, больше открыть сейчас сам этот. Все. Ой, не-не-не-не. Все, я закрыл на всякий случай. Срочно бежим, нам все равно. И вот. Фу, зайцы. Лоб зачесался. Так, зайцы, давайте. Ага, вот она. Почему-то здесь оказалась. Ну да ладно, самое главное, что она... закрыта. Так, сейчас нам самое главное наполнить радиаторчик наш. Пошел процесс, 5 литров. Но даже если мы наберем 3,6, хотя нет, давайте, ладно, хватит. Хватит, еще, возможно, вот мы сейчас там, то здание будет. Возможно, там будет что-то годное, друзья. Давайте вот, главное, мы сейчас до конца наберем. Давайте сначала запустим.
О, быстро течет, видите? А почему оно? А, во, о, пошел процесс, ребятки. Все, фу, закрываем и тут закрываем. А, на всякий случай, потому что вдруг... Вот, закрыли. Потому что вдруг мы все-таки там ничего не найдем, друзья, и придется нам сюда опять вернуться. А может быть мы, если я канистру здоровую найду, я сюда по-любому приеду, друзья. Оу! Все, машинка перегреваться не будет, малышка. Сколько у нас бензина? По-моему, дофигища. 12 литров. Хо-хо. Нормально, пойдет. Закрыли, так. Не, давайте дреманем. Друзья, дреманем, немножечко терпения. Обязательно все будет хорошо. Кстати, давно не было стрима у нас по ней. Постараюсь в ближайшее время выкроить немножко времени. Все, заводим и едем. Напоминаю, у нас джекпотик. Мы еще нашли одно здание. Поэтому все, ребят, стартуем. Я надеюсь, будет интересно нам там пошариться. Конечно, я бы еще посмотрел много разных машин, но я... Что это, камень? О, скала, камень. Ох, нормальная скорость. Надо еще туда. Воу, немножечко. Воу, друзья, такой... А, стоп. А, нет. Ребята, тут и автобус. А, не на ходу, походу. И какой-то, как, знаете, Красти Краб какой-то. Ну, не Красти Краб, а такой, знаете, как будто морской какой-то. Воу! Не, давайте ближе подъедем, потому что я чувствую, сейчас мы оттуда наносим. А зачем? Давай, стартуем. Буксуем, друзья, полный газ. Не, чувствую, просто очень много всего будет. И чтобы не носить по 100 раз, я сразу подъеду. Воу, вау, вот это... А, стой, пикапчик. Есть вероятность, что мы уедем на пикапчике. Реально такая вероятность есть, потому что, ну, о, какой-то загон. О, газ, ох, бензинчик, друзья. Но, ох, кстати, можно собрать автобус. Колесо есть. Это что? Шоколадка, да? О. А, нам попить вообще нам, ну, очень остро стоит. О. О, сколько всего! Класс, у нас, правда, ржавчины нет, но у нас есть автобус. Может, его воскресим? Он закрыт, там есть что-нибудь, нету? Ну, конечно, он полностью дохлячина, друзья. Ну да ладно, его можно восстановить. Сейчас посмотрим, целесообразно, нецелесообразно. Потому что у нас, в принципе, пикапчик стоит. Мы можем этот дизеляку на него шлепнуть. Эх, есть, дружбан, ничего страшного. Так, что я хотел? Я не помню. Попить? Попить обязательно, потому что, ну, видите, плохо, что мы хотим пить. Берем эту штуку и просто пьем. По-любому мы на обратном пути будем ехать на дорогу, заедем, попьем, друзья мои, дорогие. Поэтому можно вообще хоть все пить, тем более факт. Возможно, здесь еще что-то будет. Ну, как-то так, друзья, в общем. Меня очень радует данная находка. Давай, 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 быстрее пей. Все, попил, сколько осталось? Давай. Эй, сколько? А, все, пусто, ничего себе, ничего себе. Так, ружбайка. Сейчас мы будем его выносить, друзья. Блин, конечно, плохо. Давай, давай. Эй. А, все, я уже их не боюсь. Поначалу вообще как-то страхово было, да? Ну, видите, еще, конечно, такой пневмат этот ни о чем. Домой. А, он еще дверью может открывать. Ничего себе. Он, кстати, так прикольно говорит. Ты не хочешь озвучивать, Гирик? Кто-то не хочет. Он, видите, отказался от классной вакансии. Так, что у нас здесь? Прячем руки. Дверь ржавая, ничего мы можем починить. А, это, кстати, так это такой же гольф, как у меня. Просто он же с этим, с дизеляком. Правильно, с дизелякой, да? Но тут пусто, да? Это получается дизель. Ну-ка, что у нас по... А, мы можем, кстати, сюда бенз всунуть нас, наш. И поехать без проблем. Ладно, давайте. О, шлифовать. Просто шлифовать я, конечно же, хочу. Просто вопрос, как положить, я забыл. Реально, друзья, забыл. Серьезно? А, вот, все. Вопрос, что шлифовать? Да, блин, мне моя нравится. Она реально очень сильная, но это тоже классная. Ладно, давайте пошаримся. Это у нас что? Вода. О, воду пьем. Все, хватит, хватит, хватит. Алкоголь. Так, ну в какую машину? Его бы, конечно, влить. Да не, я хочу на своей. Или пересесть, багажник большой. Не, я хочу на своей. Все, просто даже не обсуждается, друзья.
Фулл танк, еще алкашка. Хо! Ща, ребятки, я чувствую здесь много. Не, воду нам туда не надо. Алкоголь. Ойл. Ойл, нет, там слишком мало. Оно, конечно, хорошо, но слишком мало. Давайте, где? А вот эти мы разбавим. 7% нормалек. Все равно у нас еще бензина. О, кстати, что в телеке? Ничего, ничего, мои друзья. Так, ойл. Нет, ойл. Кстати, вот тут, хотел сказать, немало. Газ. Газ нам нужен. Газ, конечно же, нужен. Это максимально полезная вещь. Он всегда пригодится. Его всегда можно слить. Правда, у меня нет этой штуки. Так, а на крыше что-нибудь есть? Как вообще туда попасть? Мы обязательно сейчас попробуем. Вот это выпуск, друзья. Ну, не факт, что вам интересно, конечно. Но мне интересно, я еще не был. Вода. Воду выпьем. Все, допили. В общем, ребятки, вот дефицита вообще нет. Вот тут еще... О, свет. Эй! Вот это свет. Не, вот это мы, конечно, попали. Я не ожидал, друзья. Я не ожидал. Брызгалка, обожаю, 16.5. Вот так вот, кстати, вот так я уже знаю, что заправлять. Видите, мы заправили. Не влезает. А здесь... Вот это я не знаю для чего. Но я очень рад брызгалке, друзья. Еще нам бы ёбкость под воду. Набрать кучу воды. Давайте, кладем. О, не туда, ну да ладно. Не, все-таки хочу. Купешка, просто он у нас купе, понимаете? А я люблю купе. Поэтому все-таки я не меняю на пикап. Понятно, что места больше, друзья. Но, о, это что? Empty, empty. Блин, забирать. Ладно, если мы не найдем побольше емкости, заберем эту емкость обязательно мы под... Вот это что? Ребят, вы так и не отвечаете. А, вот это можно... Нет, нельзя открывать. Нельзя, нельзя открывать. Нельзя. Губку я тоже возьму, потому что она... Оу. В идеал машину. Кстати, я ее сейчас... А где губка, ё-моё? А, пусто... А, нет, колбаска. Колбаску я покушаю. Супер, колбаску скушали. Это шоколадочка тоже не помешает. Вопрос меня, конечно, волнует уже с губочкой. Вот, поэтому, друзья, очень классно, очень супер, что мы нашли это место. Я не знаю, ну что бы было, если бы я не поехал за этой водокачкой. Empty, empty, отлично, ничего нету. Что у нас? Мотор нам, в принципе, не нужен, у нас хороший. Кстати, бардачело. А, пусто. Неинтересно. Что у нас? На крышу я хочу попасть, попробовать. А, вот губка, или это еще одна? В общем, нам губка надо. Давайте сейчас шлифанем немножечко нашу машинку. Вот так это делается. Вот смотрите, видите, какая шагрень? Сейчас так блестит. О, конечно, еще где-то губка была. Ой. Смотрите, ребят, ну это, конечно, да. Смотрите, какой... А, все, она уже не работает. Сломалась, все. Ребятки, видите, недолговечно. Еще где-то была или... А, нет, вот, да-да-да. Давайте максимально, если найдем, то, конечно же, еще. Во, видите, пока есть вот эти блестки и вот это вот, видите? Вот, отлично, здесь. Да не, здесь хорошо все. Крышка багажника, пофигу. Ой-ой-ой-ой. А, вот шагрень большая. Давай-давай, чтоб ее хватило. Есть, ее... Все, она кончилась, видите? Все, не работает. Не-не, дверь мы уже отполировали, жалко будет оставлять. Опс, очки. Так, ну, в общем, да, очень-очень-очень круто, что... Так, давайте, так, что там еще? Я хочу полностью... Потому что обычно я, знаете, так... Ой-ой. Ну, как бы здесь уже, видите, кто-то до меня делал. Походу, тот чувак, которого я завалил. Поэтому, ну, грех будет нам это не сделать, друзьяшки. Давай-давай-давай-давай. О, нету времени. И это мы сделаем. Поэтому мы сразу все делаем заодно. А, ну здесь слива нет, это просто какая-то такая штука. Ну ладно, как это не сделать? Давайте вот еще кусанем. Кусанули. Что у нас еще? Да, здесь ничего не... Кстати, ну... А, нет, кстати, вот дверь. Она на улицу, да? А, ну вот тут еще много всего. Я вот сколько разбивал эти блоки, там ничего... А, смотрите, здесь куча вещей. Что у нас здесь? Капот? Да нет, это все такое, знаете, нам не нужно. Бой, а тут ничего интересного. Я, честно говоря, думал, что... А, вот что у нас там. Это что? Масло. Кстати, что у нас по маслу? Ну-ка, разобьется, не разобьется. Блин, и я упал. Я упал. Что, нам опять туда? Давайте попробуем опять забраться. А как я оттуда, да? Нет, вот здесь, конечно, еще нам открыть вот этот вот автобусик. Вот тут что? Ну, это мотор пустой. Вот, краска. Обязательно. Вдруг мы захотим нашу, ну, машину покрасить. У нас краски уже много. Мы потом... Машина какая у нас есть? Оранжевая. Во, мы потом... Ой, не отставься на место.
Ладно, пока вот так сделаем. Так, как там делать? Вот так. Вот так, все отлично. А, вот, все, вспомнил. Все, это ставим на место, при этом поднимем, потому что будем грузить. Что у нас поэтому? Это все убирается. Давайте, может быть, у нас есть что-то очень крутое. Максим... А почему я не могу поднять? Поднимал. А, ну вот, да, вот так обозначается. Так, тут ничего не подняли. Так, смотрите, чтобы открыть его, где-то кнопочка. О, кнопочка. О-о-о-о. Ну, здесь, наверное, ничего не интересно. Естественно, он не заведется, двигателя вообще нету. Вообще, то есть он полностью, ребят, разобранный. Здесь тоже ничего нет. То есть смысла от него вообще, он максимально бесполезный. Можно было бы, конечно, если бы не было чисто колес, да, разобрать, ой, точнее, собрать и поехать. Двигатель там лежит, кстати. Пару колес тоже, но мы по-любому не насобираем, а эти колеса их не хватит. Ох, как я много сказал. Так, наверх. Вот здесь еще пошаримся, чтоб я не забыл. Давайте попробуем, кстати, вот еще раз моя попыточка будет. Ну, там просто ничего нет. Уже не первый раз. Так, это у нас газ. Заправляем машину и под воду тащим эту емкость. Потому что вода нам очень нужна, ребят. Действительно, очень нужна. Так, что у нас здесь еще? Давайте внимательно. Козырек нам не нужен, масло. Кстати, а что по маслу? Я очень давно не смотрел масло. Давайте, где у нас масляный? Масло заливная, горловина. А, ну в принципе, да, вот этого, если мы сейчас зальем, надо подзаправиться. Этого будет достаточно. Это у нас что? А, номер, не надо номер. Мне без номера, в принципе. А, щетку обязательно. Я сюда за маслом приходил, но пока мы нашли щеточку. Ребятки, оп. Кстати, напишите, что вам больше нравится, когда вот такой лут происходит, поиск все. А почему я перестал ходить? А, чувак, когда происходит лут или когда мы куда-то едем? То есть, что вам больше интересно? Давайте масло. А как? Масло, да, это реально масло. Ой, масло. Все, давайте зальем сейчас, потому что... Вот, есть. Да что это за такое? Ладно, еще где-то масло было. Главное не забыть закрыть эту штуку. Так, губка, еще. Еще губка, ребятки. Машина, в общем, будет просто в идеальном состоянии. Все, тут получается порог не считается. Да, порог не считается, ладно, окей. Бросай губку, а, вот так вот. По-моему, вот это просится, да? Давайте посмотрим, что будет. Блестяж. Ребят, в общем, практически. А стекло что-нибудь делается? А, вот, весь кузов пошел. Вау, друзья, вот это блеск. Все, губка, все. Давай, домой. В общем, губок здесь много. Кто-то, видно, следил за чистотой. Еще губка, еще средство. Да мне уже столько не нужно, друзья. Это вешать я тоже пока... Опять, нет, вот понабираем. Вдруг мы найдем какую-то максимально классную тачку, максимально ржавую. Поэтому нет, это обязательно нужно, друзья. Так, это собрали. В общем, да, колеса вроде как можно было бы и грузовик собрать, но было бы в нем чуть-чуть получше состояние, потому что даже приборов нет. Это что? Губку, да, тоже берем. Я не знаю, давайте ее попробуем потратить еще. Что вообще случилось? А, колеса, кстати, смотрите, давайте сделаем колесики. Печаль, да? Колесики не делаются. А, колесики пшикалкой мы сейчас сделаем. Тут, да, а, у нее вот это сделалось. А, что у нас, кстати, с крышкой? Да нет. С крышкой багажника. Во, вот все мы потрем. Блин, я потратил целую губку просто на какую-то фигню. Надо было крышку багажника. Окей, окей. Сейчас мы сделаем это что у нас? О, масло, кстати. Хорошо, что оно еще есть. Как раз мы сейчас добьем полный уровень. Только я закрыл снова капот. Да ё-моё. А, вот, кстати, я закрыл капот, а эту забыл. Все, льем полный у нас. Все, ну, полностью. Заберем, давайте, масло. Закрыто. Закрыто. Заберем масло, потому что нет, да, оно нам нужно.
Сейчас с дисков обязательно уберем ржавчину. Нам еще одну губку. Мы и так много понаходили, но надо... Ой, что это? А, еще щетка. Да сколько здесь? Такого я еще, друзья, не видел. Я не знаю, видели вы, не видели. Но это просто... Oh my goodness, друзья. Так, все, это открыли. Смотрите, мы забили полный просто... Все, теперь можно будет просто ехать по прямой. Кстати, у меня запаски нет. Ехать, вот, кстати, чем мы диски сейчас. Ехать по прямой и просто не париться. Сейчас еще воды наберем в ту канистру. Просто идеал, друзья. Вот это мы сделали, лялечка. А, не хватило, да? Ладно, может быть, сейчас мы еще найдем. Давай, кидай, бросай домой. Она мне нам больше не нужна. Смотрите, уже темнее. Так, что у нас еще? Это нам точно не надо, это не надо. Колесо, ну, такое себе. Колесо мы... Найдем. Нет, здесь ничего нет. Кстати, на крышу же мы хотели, друзья. Давайте все-таки сходим. Это ковалики. Нам они тоже не нужны. Есть. На крыше есть. Так, что? Наша задача прыгнуть туда. Ох, ничего себе он прыгает. А там... А, вот, кстати, что-то... А, во, губка. Только говорил. А, она... Нет, подождите. Должно сработать. Бросай, бросай. Да, точно. Она нормальная, полноценная губка. Та-та-та-та-та. Все, ребятки, это идеал! Ну, вот эта лялечка, вы просто посмотрите, как она блестит, друзья. Это, ну, это что-то с чем-то, друзья. Так, что у нас еще? Не хотелось бы... Как я научился? О, кстати, что-то есть не просто, не просто так. Колесо? Фуль. О, алкоголь. Давайте мы сейчас дозаправим немножко нашу бричку, чтобы она шпарила как надо. Итого, ребят, то есть если подытожить всю вот эту канитель, что мы имеем? Мы имеем полноценную блестяшную машину. Практически, ну, сколько здесь? Не полный бак, но... Ну, чуть меньше половины. А, забит у нас водой радиатор, да? Кулин, кулин, кстати, не закрыли. А, не забит, не забит, но мы забьем. Масло полное. В общем, можно шпарить в дорогу, просто даже не париться. Так, все, много говорю, действительно много очень говорю. Можно ехать. Я так думаю, можно ехать. Здесь мотор нам не нужен. Запаска, кстати, запаски нету. Случаем. А, так в смысле запаска мы отсюда сейчас дернем. Колпак нам не нужен, он галимый. Все, запасочку дергаем. Дергаем. Обязательно, смотрите. А, у нас есть запасочка. А, нет, это не за... Подождите. А, не, нет, это не запасочка, извиняюсь. Нет, запасочка нужна. Конечно, да, пикапчик бы решил проблему нашего багажничка. По-моему, максимально стилево смотрится, друзья. Давайте, смотрите, сейчас... Закрыли. Нет, дремануть надо обязательно. Давайте дреманем. Что это валяется? Что это такое? Это мой... А, реально, что это? А, магнитофон. Не-не-не-не-не, назад, назад. Как это ничего себе без... А как он пропал, я уже не помню. Все, поставил. Закрылись. Заглушили. Поспали. Failing asleep, друзья. Фух, в общем. Сейчас еще, конечно, давайте заберемся на крышу. Посмотрим, вдруг где-то рядышком какая-то топовая построечка будет. Ох, ребят, ну смотрите, вот это, конечно, смотрите, сколько здесь всякого. Вот это, ох, классная постройка. Так, все, мои дорогие, стартуем на крышу, в бинокль. Есть у нас с собой бинокль? Ай, посмотрим в бинокль, и все, и в путь. Я... О, мяско, что у нас по еде? Ох, сразу пить захотели. Мясо, конечно, такое себе. О, красочка, ну, у нас много икра, а, патронов, да нет, всего много. Я даже не буду базариться. Так, значит, наша миссия. Вот оттуда мы приехали, причем нам нужно туда снова вернуться. Нет, все-таки с бинокликом покруче. Все-таки нам туда нужно вернуться, набрать полную канистру. Вот. Вон еще постройка. Но она меня особо не впечатляет, да? Уже после, конечно, таких огромных хочется что-то такое тоже большое, классное. Хотя бы... Что это? Ребята, а что это за постройка? Ну, далеко максимально. А, это корабль, скорее всего, затопленный. Поправьте, если не так. В общем, давайте, едем на дорогу, потому что, ну, нам-то двигаться нужно, друзья. Едем по любасу на... А как? А, кстати, а где дорога? Подождите. Вон. А, вон. Ничего себе мы отъехали. В общем, ладно. Держим курс. О, это что за такое? Крышка от бака какая-нибудь?
Не, колесо нам... Давайте еще пробуем сюда запрыгнуть. Он еще так медленно бегает, очень медленно. Давай, давай. О-о-о! Есть, есть. Есть, есть. Что это, с канистра с чем? С газом. О, газ нам надо. Это что? А, клавиатура. Нафига она нам? Здесь комп есть. Да у нас в самом начале была клава. Ладно, давайте ее на всякий случай возьмем. Бензин я тоже возьму. Давайте мы немножечко зальем еще в нашу бричку. Бензина много не бывает. До двадцатки добьет, нет? А, не, не добьет до двадцатки. Ну да ладно, не принципиально. Бросили, закрыли. Так, давайте все-таки клаву забросим. Ее даже можно в салон. Салон у нас пустой. Давайте. Напишите, нафига эта клавиатура, друзья? Возможно, кто-то шарит. А возможно и нет. А здесь телек, стоп, а давайте-ка, то есть, ну, просто меня смущает, почему здесь и телек, и клава сразу. Да не, ну, это ж не компьютер, подождите, ну, клава к телеку, ну, максимально тупо, максимально тупо. Поэтому берем назад на случай, если мы ее больше не найдем. Короче, нам нужно искать что-то, куда клаву. Ох, все. Блин, все-таки классно. Смотрите, мы когда дверь закрываем, такое классно, так она шевелится. Друзья, это просто пушечка, друзья. Это просто пушечка. Запрыгиваем в нашу машину. Ага. А, ну нам все, максимально все просто. Фух, не, все-таки кайфовая машина. Ох, сейчас попрет на метанольчике. Так, а где вышечка? Ай, вот это... Эй, блин, вот это, конечно, бесполезная вещь. Давай, давай, давай. Я не знаю, зачем ее здесь сделали, она максимально мешает обзору. Вон наша вышечка, давайте буксуем на вышечку. Шлифует моя машина. Едем, все, давайте, валим, валим. Ну, совсем другое дело. Еще надо подзалить метанольчика в нее. Вот это будет, конечно, не, ребят, вот это другое дело. Так можно вообще игру быстро... Очень быстро пройти. Так, значит, это... Не, глушим все-таки. 20-литровик у нас, да? 20-литровик, поэтому будет очень полезно нам эта вода. Так, ставим. Ставим. Эх ты! Открываем обязательно. Открываем здесь. Все, пошел, пошел набор достаточно быстро. Это просто такой, знаете, рай просто, что вот оно набирается, у нас будет много воды. Все, теперь выехали на дорогу, поехали по прямой. Ничего нам вообще не помешает. Главное, в правильную сторону. Друзья, это просто максимально. Я зимы не было, да, у нас, по-моему. Все, закрыли, взяли, понесли. О, видите, медленнее идем. Кстати, да, прикольно, что так он прыгает. Да давай, пролазь. А, все, зайцев много. Все, щелк. Запасочку, причем идеальная запасочка, друзья. Все, едем куда только. Большой вопрос. Там нет дороги, я не вижу дороги. Какие-то здания. Не, нам конкретно нужна дорога, друзья. Что за прикол? Вот это ничего себе. Я не хочу ехать. А, ну, по-моему, да. То есть, здание где-то. Макдак этот. Макдак, вот. То есть, по идее, нам куда-то туда. Давайте попробуем. Все так плавает. Все плывет. Давайте. От Макдака. Ну, по-моему, от Макдака. То есть, теоретически туда. Давай, давай, давай. Ого, видите скорость. Вот это да. Главное, камешек. Ни камня, ни жезла нам. Жезла мы тут точно у нас не будет. Но вот с камнями есть некоторые сложности. Я пока, кстати... Не, о, вот это... О! Ох, вот это... Arabian Drift, Arabian Drift. Ребят, я не вижу. Как, я... как найти дорогу? То есть просто в никуда. Просто в никуда. В никуда. Или... Давай. О, кактус. О, ничего себе. Мы как-то, да, то ли затормозили. То ли не затормозили. Не, не, конкретно надо... Все, все, с меня хватит. Остановились.
остановились, посмотрели дорогу. Кстати, не греется. Смотрите, друзья, ну просто шик. Не надо теперь выходить вот так и стоять и ждать. Давайте, вот так. Высмотрели дорожку. Да нет, это не дорога. Ага, вон дорога. Во, вон туда, получается. Практически правильно ехали. Ну как практически. Да только что была. Ё-моё, ну вот это да. В общем, выехав на... Ага, вон. То есть нам нужно вот на эту вышку. На эту вышку, это сейчас направо, где-то на 45 градусов. Вопросов нет. Давайте. На 45, вот как-то так пока. Вон, вышечка. Зайчик, держим путь на нашу вышечку, друзья. Давай. Не, вот это мы шпарим. Вот камень. Не-не-не-не, камень, извиняй. Багажник закрыт, все тех емкости закрыты. Поэтому просто шпарим. Фу, вот это да. Фу, вот это скоки. Скоки. 180, друзья. Вот это летим. Просто скорость. Вот это подарочек. Смотрите, мы сейчас вообще как по трассе. Как поедем так? Главное просто никуда сейчас не врезаться. Но у нас машина не ржавая, она не развалится. Воу! Стоп, смотри. Вот это, ребятки, полет. Воу, развалилась. Воу, забаговали. Друзья, вот это, конечно, проблемс. Все, стоямбочка, и будем разбираться, что у нас не так. Проблемка. Большая проблемка, друзья. Все, давайте, выходим. Не доехали. Не, вообще скорость классная. Я ни о чем не жалею, просто нужно пособирать. Давайте мы пособираем, я вам расскажу. Давайте собираем. Ну, в принципе, по колбасе мы особо много не потеряли. Если бы она выпала, это можно докушать. Ну, мы докушали. Что у нас? Не, обязательно нужно собрать этот, как его? Кстати, если багажник не отвалился, ничего бы и не вывалилось. В общем, достаточно прикольный выпуск получился. Вывез этот выпуск. Друзья, наше, это, как ее? Вот это здание, два здания. Мы еще водички набрали, но это просто шедевр. Кстати, давайте посмотрим, самое главное, чтобы была водичка. Ребят, напишите, что не хватает вам в этой игре, или какой игры не хватает, или что я не так делаю, или... В общем, что мне нужно сделать, чтобы выпуски были интересней. Друзья, спасибо всем за просмотр. Мне реально просто по кайфу для вас снимать ролики. Обнял каждого. Всем пока, друзья. В следующий выпуск выйдем на дорогу и, в принципе, будем ехать дальше наш преодолевать путь. Всех обнял. Пока.